Машину эту нередко можно увидеть на улицах и стройках Одессы. Но ей наверняка будут рады и в других городах страны. Январец «Бумар». Гидравлический автокран грузоподъемностью 40 тонн. Его конструкцию разрабатывали специалисты стран-участниц Совета экономической взаимопомощи. Первые же рабочие испытания доказали преимущество нового самоходного крана перед его предшественниками. Чтобы перевести «Январец-Бумар» из походного в рабочее положение, достаточно всего 12 минут. Управление автокраном осуществляется с пульта, расположенного в удобной кабине машиниста. Телескопическая стрела. Вместе с грузом она выдвигается на 27 метров. Кран с одинаковой легкостью доставляет строительные панели и на нижние, и на верхние этажи. Закончен монтаж на одной стройке, считанные минуты, и можно двигаться на другой объект. Творческое содружество продолжается. Конструкторы разработали 100-тонный кран и планируют довести его грузоподъемность до 250 тонн.